Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой», профессионал на рынке металлопластиковых окон. Сегодня мы вновь показываем детскую площадку, которая находится в Березовой роще. А дело все в том, что здесь появились новые элементы для детей. Начиналось изначально все с песочницы, с турника вот этого. Постепенно появлялись, вот грибы вот эти вот. Для детей поставили домик, вот постепенно, потом самовар появился. Со временем становится все красивее и красивее. Хочу немножечко рассказать об истории этого домика. Дело в том, что сюда его привез человек, который даже не живет в этом районе. И сделал это он бескорыстно, глядя на то, как местные жители развивают детскую площадку. Может и мелочь, а явно была сделана от души. Я думаю, вы со мной согласитесь, что это одна из самых ужасных контейнерных площадок в нашем городе. К бакам не то, что подойти, их не видно. Больше месяца. Мусор не возится отсюда. Сказали по причине, что это гарант комфорта. А его уже не существует. И никто мусор не убирает. Вот что хочется добавить в этой ситуации. Кроме людей, сменить управляющую компанию никто не сможет. И делать это нужно как можно быстрее. Ведь мелочь это разрастающаяся. Мы объявляем месяц народных мелочей. Позвони нам по телефону 2-34-13. Расскажи о том, что тебя беспокоит или что-то интересное. Если твоя новость будет самой лучшей, то в конце месяца ты смело можешь получить приз от нашего спонсора компании «Роста» – магазина окон оптовых цен. Рубрика выходит при поддержке компании «Фабрика окон Нагорный». Акция «Немецкий профиль по цене российского». Телефон 236-36.